Конечно, в дендрологии я ничего не понимаю. Наверное, уже ничего не понимаю в архитектуре. Но вот то, что происходит, она стала лысой абсолютно. Ну, не знаю. На мой взгляд, конечно, надо было придумать такую систему обрезки, чтобы ветки, листья были выше фасадов зданий. Что происходит сейчас и что делают сейчас, для меня загадка. Ну, лично я это называю вредительством. Может быть, знатоки сумеют объяснить вообще, что вот это все такое. И голая рожа улицы. Улица, слово, происходит от у лица, то есть на лице. Это фасад здания, это лицо. Это лицо человека, лицо города, лицо дома. Конечно, когда оно полностью заросшее зеленью, тоже не очень хорошо. Но вот для этого, наверное, существуют дендрологи, ландшафтные архитекторы, которые умеют правильно распределять массивы зелени, деревья и так далее. Я хотел бы надеяться, что вот это правильное распределение, видимо, мы сейчас и наблюдаем. Вот уже практически, ну, вот такое вот дерево. Я не знаю, вообще для меня это варварство. Я не знаю, сделали бы это, наверное, хотя бы в какой-то другой сезон времени. Я не знаю, когда там, осенью глубокой. А вот так по-живому уничтожать дерево, для меня это звучит так, а для вас...